Здравствуйте! В эфире программа телеканала «Самаргиз. Право на маму». Каждый раз, выходя в эфир, мы рассказываем вам истории мальчиков и девочек, которые живут в доме ребенка, в детских домах, в интернатах. Вот и сегодня мы познакомим вас с мальчиком Егором, Егорушкой, которому так нужны мама и папа. Например, такие, как в семье Медведковых. О них вы тоже узнаете из программы «Право на маму», которая выйдет в эфир 13 февраля в 18:45.